Уважаемые гости, уважаемые участники, я бы очень хотел сейчас в вашем присутствии выразить свое глубочайшее спасибо наказному атаману Балашовского городского казачьего общества Саратовского отдельного казачьего округа Подкорытову Николаю Михайловичу. Дело в том, что этот человек как раз и дает нам, правоохранительным органам, уверенность в том, что подрастающее поколение будет жить у нас именно по тем наказным принципам, которые наши предки нам завещали. И кроме того, я всегда уверен, что тыл у меня в отношении данного гражданина прикрыт. Спасибо большое вам. Значит, и кроме того, хочу сказать также, что согласно указу нашего генерал-лейтенанта Аренина, нашего представления, Подкорытов будет у нас поощрен правами начальника ГУВД как один из лучших, да я бы сказал, лучший атаман на территории Саратовской области. Спасибо большое. Люба Атаманова! Люба! Ну что ж, милы тебе наши гости, наши актеры. Сердцу дороги они, все мне здесь очень нравится, прелестный праздник. Ну а вам, гости дорогие, по душе такой разгуляй. Не слышу, по душе вам такое веселье наше народное. А сейчас еще веселее будет. Вместе с ансамблем «Рябинушка», город Ингель, Саратовская область. Казаки, всех детей перед сценой убираем. Месяц будет. Блин, прикольный класс. Нету в мире края, чем Сторонушка моя.
приглашается заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Уварова Ольга Евгеньевна.